общем, сейчас поедем, покушаем, покажем, где мы едим, сколько едем, как там с парковками обстоят дела и сколько по ценнику у нас выходит обед. Ну и в принципе в этом кафе покажем вам столовую, именно столовое меню, что там у них есть, тоже вам все покажем. Поехали. Здесь надо идти. Родион меня постоянно заставляет подниматься не по лестнице, а по вот этой плавной горке. Кафе самое главное успеть до часу зайти, ну и в принципе вообще до часу заказать, потому что с часу там просто трындец. Вот сколько мы приходили, там очереди начинаются аж от входа, потому что там действительно вкусно, действительно дешево и качественная еда. Поехали, покажем. Так. Вермишелька, сейчас прям парковка свободная, это значит, что людей там действительно мало будет, и это очень-очень хорошо. Оп. Все, пойдемте кушать, пацаны. А вы кушать вместе с нами. Выпрыгивай аккуратно. Все, беги. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Тём, пойдем. Давай, 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 заходите. Заходите, Артём. Вот наше кафе. Называется Вермишель. Ссылка на адрес будет в описании. Здесь очередь не очень большая, обычно она начинается прям где-то вот отсюда. Вот. Настя решает, что взять детям. Обычно мы берем либо пюрешку с котлетой куриной, либо суп с фрикаделькой. Да? Ты будешь харчо? Давайте. Я бы сказала, что это чуки. Чуки и гейки. Пацаны, картошку будет или что? Чук, наверное, два Да.
овсянку большую? Большую. А вот этот зеленый, это щи, да? С щавелем. Вот я возьму все с щавелем. И один с щавелем. Не-не, без. Да. Компоты, да, берем? Давай. Любимый компот из шиповника. А, лимонный морс появился какой-то. Он был, кстати. Да. А ты что, по фруктам хочешь? Ну, я просто налью. Зачем? Да пусть. Например, кому-то. Он очень сладкий. Четыре будем брать? Конечно. Да. А ты какой будешь? Давай. Лимонный? Берем четыре компота. Ты что такой, дорогуга? А что такое? Я говорю, может, лимонный? Зачем? Да ну его. А, Вероника, пока тебе. Короче, я снимаю, еще и несу поднос с супами. Что-то дико, короче, неудобно, но я надеюсь, я донесу. Ну, смотрите, приговор 550 рублей. Я думаю, это, ну, дешево, очень дешево. Приятного аппетита! Давай руку мне. А он, наверное, вообще без нее был. Осторожно, дорога. Поели, попили, а теперь, детки, деток сейчас. Родион, с этой стороны садись. Родион, с этой стороны садись. Пошли. Проводи.